Ребят, всем привет! О, спасибо за котика. Так, Максим, Космакс, привет. Привет, ребят. Давайте опять также пишите свои письма. Пишите свои вопросы, сообщения, и мы с вами поговорим. Сегодня, знаете, я бы, наверное, хотела бы затронуть такую тему. И она, наверное, выйдет такой более скандальной, потому что я прекрасно понимаю, что не все поймут, о чем я хочу сказать. Но кто уловит эту суть, вам еще одна грань вот этого мира, она раскроется еще с другой стороны. И я сегодня бы хотела поговорить про внешнее уродство. Да. Внешнее уродство — это не обязательно физическое. Это может быть моральное, эмоциональное. Называйте это как хотите. Что я имею в виду? То есть, смотрите, внешнее уродство подчеркивает твою индивидуальность. Если ты при своей физиологии видимого здорового человека не можешь вырваться вперед, то ты себя осознавая, либо осознавая, либо нет, начинаешь калечить, чтобы не быть такими, как все, чтобы обратили на тебя внимание. То есть что это такое? Давайте сейчас расскажу, про что я имею в виду. Что значит внешнее уродство? Так принято, так заведено, или, наверное, так... Так у нас устроена психика, что если вы, например, на столе разложите 10 карандашей оранжевых и один синий, да, вы какой возьмете? Вы возьмете синий. Поворачиваетесь на другой стол, а там лежит 10 синих карандашей и один оранжевый. И вам захочется взять оранжевый. Потому что этого меньше, потому что он на фоне общей массы другой. И у нас настолько привыкли говорить, что ты должен вот этого добиться, ты должен вот это, ты должен. И чтобы человеку вообще вылезти, знаете, как из какой-то кастрюли, из какого-то замкнутого пространства, вот в это вот должен, он начинает просто рвать и метать, вынося свою жизнь за пределы своих сил, чтобы стать немножко не таким, как все. Кто-то, может быть, множко. Урод — это значит урода. Но, ребят, мы сейчас не про значимость слов говорим, да? Мне хочется, чтобы вы уловили другую суть. Урод урода, то есть, если мы будем дальше углубляться, то, значит, ты не являешься родом, а ты стоишь у истоков рода, но в род не вхож. Это тоже немножечко... Я вам могу про это тоже много рассказать, но у нас сейчас не про эта тема. Вот. Я хочу вам именно сказать то, что у нас изначально, даже если вы начнете в себе ковыряться, вы каждый день знаете, что вам нужно сделать. То есть у вас, скорее всего, у всех есть ежедневники, которые лежат под рукой, какие-то гаджеты, которыми вы что-то себе записываете. И там всегда написано, что ты должен сделать, что тебе надо сделать. Но в ежедневнике у тебя не будет написано, что я хочу. И очень часто вот что я хочу... Когда начинаешь у человека спрашивать, да, вот в тех же каких-нибудь марафонах раньше любили, напиши 100 желаний. И человек такой, о, сейчас 100 желаний, я сейчас, ух. И примерно на 30 он уже сдувается. 30 уже тяжело написать, потому что
он не знает, что я хочу. Но если мы будем говорить о том, что мне нужно сделать, ты напишешь миллион. Ты туда начнешь писать мельчайшие, там, вытереть пыль, отвезти ребенка, съездить к родителям, там еще что-то. И ты вот этих вот дел, что мне нужно, тебе будет проще создавать в своей жизни, вместо того, что я хочу. И это опять же про что? Это про то, что когда мы начинаем воспитывать, пусть даже не своих детей, давайте остановимся на себе, когда мы начинаем воспитывать самих себя, мы начинаем у себя вводить в состояние самого себя вводить в состояние самого себя, где мне нужно что-то сделать, не где мне я хочу сделать, а именно мне нужно. И это как раз отвечают за это астроциты в Я просто немножко не понимаю, у меня здесь видно, что интернет подтормаживает, ребят. Я надеюсь, что вы сможете задать вопросы, а я, если что, потом в записи, может быть, нормальную запись выложим. Вот. Астроциты — это глиальные клетки мозга. Составляют мозговое вещество и поддерживают нейроны и разделяют их своими телами на компоненты. Но это прям медицинским языком. Но чтобы было понятно, что мы идем чаще всего, продолжаем идти не на уровне, что я хочу жить, а на уровне, что мне нужно вот сделать то-то, то-то, чтобы быть таким-то, таким-то, чтобы получить одобрение того-то, того-то. И тогда я могу сказать, что я сделал правильно там-то и там-то. Но когда мы отключаем их, то мы идем в другое качество бытия самого себя. Тогда нам не нужно будет, то есть смотрите, опять же, что такое моральное уродство вот это, да, про которое мы говорили, вообще уродство, про которое мы сейчас с вами говорим, не такое, как все. То есть что такое уродство? Это же, опять же, что ты отличаешься от кого-то, а в хорошую или в плохую сторону это всего лишь в 15 сантиметрах от уха до уха. Это всего лишь оценочное состояние тебя. Как ты себя оцениваешь, в хорошую сторону ты отличился, либо в плохую сторону отличился. Но тебе все время хочется отличиться, тебе хочется быть не как все. Посмотрите вот эти вот придуманные гороскопы, там еще много-много всего, когда говорят про какой-нибудь там знак зодиака, или там сложение каких-нибудь чисел, или еще что-то. Вот там такое-то. И тебе приятно слушать, ты идешь все время на какие-нибудь разборы, чтобы тебе сделали твой гороскоп, твой там по цифрам какой-нибудь хироскоп, там еще что-то. Для чего тебе это надо? Ты себя не знаешь? Тебе же приятно читать про себя. Почему тебе приятно читать про себя? Потому что когда ты про себя читаешь, если кто-то создал под тебя какой-либо там гороскоп, не знаю, как эти штуки называются, там еще что-то, то это мозг воспринимает, вот этой долей мозга он воспринимает, что про тебя говорят другие, описывая тебя. То есть ты в своем сознании получаешься как звезда. Ты в своем сознании получаешься как тот человек, про которого говорят. Мозг он не будет никогда сопоставлять, что это ты себе заказал за деньги у человека, который там, неважно, знает он что-то или не знает, это вообще другой момент, это вообще нас не интересует. Нас интересует только то, что
ты идешь в этот опыт, чтобы обмануть свой мозг, всегда обмануть свой мозг, чтобы тебе рассказали про тебя, чтобы ты себя увидел где-то. Ты всегда должен отличаться от кого-то. Отличаться неважно чем. То есть кто-то там делает какие-то невероятные прически, кто-то какую-то одежду носит, какую-то чем-то, каким-то видом спорта. Но именно так, чтобы нужно отличиться. У нас даже придумали соревнования. Соревнования, чтобы ты был в соревнованиях, чтобы ты показал свой результат на этих соревнованиях. Чтобы ты показал себя, какой ты, на фоне таких же, как ты, плюс-минус. Чтобы ты показал себя, не какой ты есть по сравнению с собой, с самим собой вчерашним, с самим собой сейчас, а именно показал себя, какой ты есть на фоне других. И вот это вот моральное уродство, оно у нас все время концентрируется на фоне других. И мне тут знакомый один сказал, он там, ну что ты, он говорит, мы все время, невозможно быть не в конкуренции. Я говорю, да не существует конкуренции, но не бывает такого. Но если ты осознался, если я осозналась, то я понимаю, что таких, как я, больше нет. Таких глупых, таких некрасивых, таких лохматых, таких еще каких-то. Я такая одна, вот просто одна. Как бы меня ни называли, с хорошей стороны, с плохой, вот плюс или минус, это не имеет значения, это просто вот этот комочек собираем, и это все я, как бы меня ни называли. Но никто не может сказать, что вот есть точно такой же человек, как я, только вот здесь вот, точно такой же. С кем мне конкурировать? Если я себя не знаю, если я не знаю, кто я, то я начинаю себя искать на фоне других, конкурируя с другими. То есть я смотрю там, ну, к примеру, там, ой, вот у девочки там ноги двухметровые, и я на фоне ее вижу, какие у меня ноги. А что, я не знаю, какие у меня ноги? На фоне того, как кто-то делает что-то, я вижу, как делаю я. А что, я не знаю, как я делаю, не на фоне кого-то? И когда у нас говорят, ну, это же... Это опять же обман мозга, чтобы ты не себя искал, а подтверждал свои умения, свои знания просто на фоне кого-то. Не распаковывал свое новшество, не распаковывал саму суть себя, а считывал себя только на фоне кого-то, постоянно на фоне кого-то. Отличаюсь я от этого? Отличаюсь я в какую сторону? Оценка пошла. То есть сначала ты идешь как... То есть ты сначала себя не осознавая, ты сначала себя ведешь как... Чтобы прощупать, а кто я? Начинаешь конкурировать. Как только ты начинаешь конкурировать, там конкурируют со всеми, там... Какая я дочь, какая я жена, какая я мать, какая я там домохозяйка, какая я работяга, трудяга, любительница, нелюбительница животных. То есть вот все вот это по полочкам. И начинаешь на фоне любых конкурентов, причем ты даже не всегда осознаешь, что это конкуренты твои. Ты их не воспринимаешь, как думаешь, что не воспринимаешь, что это конкуренты, но ты за счет них начинаешь думать, что ты есть. И ты сначала через конкуренцию, через любого другого начинаешь прощупывать, кто я есть, а потом ты входишь в оценку. И вот здесь вот, если ты начинаешь конкурировать, то есть ты начинаешь как бы воодушевляться, что я есть, я вот это вот есть, я вот это вот есть, у меня есть вот эти умения, у меня есть вот эти умения, у меня есть вот это. А потом оценка пошла, это хорошо или плохо, а это больше или меньше, а это теплее или холоднее, а это мягче или тверже. И вот когда пошла оценка, у тебя моральное состояние, оно вниз, чунц, и в такую, в депрессуху. Причем эта депрессуха начинает прыгать от того, что плюс-минус, то, что у тебя есть в твоей жизни плюс-минус, ты начинаешь, что это хорошо, вот это плохо, и ты начинаешь вот так вот колебаться. И чтобы тебе не колебаться, меньше колебаться, ну вот смотрите, вот, например, на доске будет, на прямой доске, да,
будет шарик. Нет, тут шарика нет, по-моему. Не важно. Вот шарик, да? Спасибо за сердечки. Вот. И когда он плюс-минус, он начинает плюс-минус, и он вот-вот начинает там жик-жик, сюда-сюда, туда-туда. И как его закрепить? Самое простое, его чтобы не болтало, его нужно как-то приштырить. И чтобы его приштырить, эмоции. Эмоция раз, здесь забила, то есть она... Эмоция показала, что здесь хорошо. Любая эмоция. Эмоция, например, ты приехал в какое-нибудь красивое место. И ты такой, как здесь чудесно. Раз, эмоция загвоздила тебя. Потом поел что-то вкусное. Раз, загвоздил себя. Потом встретился с людьми, с которыми ты там похохотал, тебе стало приятно. Раз, загвоздился. Но это же не ты, ты начинаешь просто свой вот этот шарик гвоздить этими эмоциями, которые не являются тобой, они извне состоят эмоции. Они всегда находятся не там, где есть ты, они всегда не ты. Самые простые эмоции – это эмоции секса, это эмоции еды, да, и эмоции влюбленности. Это самая великолепная эмоция. Но она очень маленькая, она... Но в любовь очень многие не идут, потому что это глубина, и это про другое. А влюбленность, она поверхностная, она всегда яркая, она все время как головка от спички. Пшик-пшик-пшик. Это самая... Самое чудесное. Причем, когда вы, если вы вспомните, когда вы влюбляетесь, вы же по факту не узнаете человека, а вы кормитесь теми действиями, которые он делает, чтобы поднять свою значимость перед вами. И вы точно так же. Чтобы поднять значимость перед другим, тоже делайте каких-то ряд действий, чтобы друг перед другом попшикать. Но когда вы понимаете, что вот это вот уже вам не интересно, когда вы понимаете, что вы не готовы себя пригвоздить эмоциями, когда вы хотите идти в глубину, то есть такие, а что там? Почему я на поверхности-то? А что есть за вот этим, на чем я стою? Внутри-то что? Там что-то есть дальше? И вот чтобы понять, что есть дальше, то тогда ты уже уходишь в другое состояние, когда тебе не нужно себя видеть через другого. Когда тебе не нужно быть уродцем для кого-то, либо для самого себя. Когда ты понимаешь, что ты такой есть, а как тебя воспринимает любой другой, ты просто позволяешь любому другому воспринимать тебя так, как ему удобно на данном этапе его жизненного развития. Ты его уже не осуждаешь за то, как он тебя принимает. Ты его не поправляешь, как он тебя воспринимает, принимает. Тебе даже не обязательно наблюдать за тем, как он тебя принимает. Ты просто как будто как ему передал эту эстафету. Хочешь меня таким принимать? Это может быть один человек, а может быть 21, а может быть 2021 человек, может быть миллион, неважно. Ты просто передаешь эстафету, как бы я себя уже принял таким, какой я есть. На тебе, ты прими меня таким, какой ты хочешь принять меня для каких-то своих для дальнейшего роста. И ты передаешь другому человеку, он начинает говорить там, ой, там я там в нем разочаровался, или я наоборот, там он такой клевый, классный, неважно. Но ты идешь дальше. Тебе уже не нужно себя воспринимать через кого-то,
И тебе уже не нужно себя воспринимать как телесного человека. И тогда тебе не нужно быть каким-то уродцем, в великолепном проявлении уродцем, либо в плохом проявлении уродцем, абсолютно неважно. Тебе не нужно это принять уже, чтобы принять себя, потому что ты уже стал просто тотально тем, что ты есть, вне принятия. Тебе уже, запомните, ребят, вот этой коробке не нужно говорить, что она коробка. Зачем ей это? Но она просто есть, ее можно назвать коробка, моробка, воробка, там хоть как. Ей без разницы, как ты ее назовешь. Ей без разницы, что ты скажешь там, какой она формы, какая у нее поверхность, какого она цвета. Ей без разницы. И ты становишься на определенном этапе вот этим, то есть тебе без разницы. Даже никто как тебя воспримет, а тебе без разницы, как ты себя воспринимаешь. Тебе не нужно себя ассоциировать с тем, что есть в твоей голове. Ты уходишь от ассоциаций тотально, то есть ты просто идешь в следующее восприятие, не акцентируясь на восприятии, на принятии, на любви самого себя к себе. Это уже остается вот там, на плоскости, а ты идешь уже в глубину. И в глубине нет самого понятия того, что ты идешь в ассоциацию, в принятие, в любовь. Этого там уже просто нет. Это уже глубже, ты уже прошел этот уровень принятия. Ты прошел. И ты идешь дальше, где другое. И вот это другое очень сложно объяснить словами. Но когда меня спрашивают, а что там нет любви, там что там не любовь? Нет. Там нет любви, не любви. Там нет интересов и не интересов. Там другое. И это действительно сложно объяснить, потому что в голове этого нет. Вот этого чувствования, ощущения, чувствования, его нет в этой плотности, в этих словах. И когда ты начинаешь вот этот следующий уровень, чтобы немножечко так чуть-чуть приоткрыть, наверное, даже не приоткрыть, я бы вам с удовольствием открыла, не знаю, как это сказать словами, просто ты начинаешь... То есть мы же с вами говорили, что плотности много, миров много, вообще много всего, но пространство, оно единое. Невозможно выйти из пространства, куда ты выйдешь? Пространство, оно единое, пространство единое. И ты тогда как бы начинаешь, ты просто вот как нежно растекаешься, что ли, становясь тем пространством, которая может, вот знаете, как это, как лизуны у детей такие, знаешь, что ты можешь обратно собраться в какую-нибудь другую плотность, посмотреть, вот ты начинаешь уже вот так вот ходить по плотностям. И это другие ощущения. Не знаю, как это сказать, правда. Давайте почитаем. На планете площадка галактических игр. Ну, да, можно и так сказать. Но там есть больше, дальше есть. То есть вам не всегда захочется играть. Я не буду сейчас озвучивать какие-то фамилии, да? Это ни к чему. Но вы наверняка уже слышали, видели, что есть несколько человек, которые действительно... Здесь, в этой плотности, оставили такой след с позиции науки, может быть, с позиции какой-то, как некоторые говорят, там, шизофреники, там они, там еще кто-то, с позиции того, что сложно понять умом, но у них нет того, что они ушли на перерождение. То есть и про перерождение, про которое нам говорят, да,
Может быть, это не тема открытого эфира, но нам тоже немножечко лукавят, потому что это проще же говорить, да? То есть, если говорить, что нет никакого перерождения, то тогда человек может делать все что угодно, и он типа не будет ни за что отвечать. А если ты скажешь про перерождение, то у тебя какая-то будет ответственность, что в следующей жизни там еще что-то. Но по факту, когда ты идешь глубже, ты понимаешь, что все эти жизни, они были не тогда. Они сейчас одномоментно все происходят с тобой. И когда ребенок вспоминает, я очень часто об этом говорила, я же тоже думала, что это прошлые жизни, то сейчас вы можете точно так же поговорить с детьми, если сами этого еще не испытываете, то можете поговорить с детьми, и дети вам скажут, что, ну, они не скажут, они, вернее, вам дадут понять, и вы уже можете это из этого слепить, свою картину, что не предыдущие жизни, а просто видит ребенок себя или не видит, просто чаще очень до 3 лет дети видят себя сразу же в нескольких, ну, так скажем, в нескольких мирах, да, то есть это не прошлые жизни, вы их не когда-то жили, вы их сейчас живете, и вы их сейчас можете проживать, действительно, в этом моменте, единомоментно, несколько жизней в других проявлениях. Не тогда они были. Не будет у вас какого-то там перерождения. То есть вы здесь, в этой жизни, будете вот так вот, в этой плотности будете крутиться до определенного момента, пока вы не поймете, что вы можете уже идти в следующий класс. Вот. Наверное, так. Так. И здравствуйте, счастья, благополучия. Благодарю, Слава, за твою работу. Спасибо большое. Спасибо, ребят, за все сердечки. Очень приятно. Вот. Вот такая вот тема у нас. А ребята в закрытом клубе, если вы мне еще и напомните, то я обязательно сделаю. Может быть, тогда в следующий раз поговорим с вами вот как раз про прошлые жизни, да, что такое прошлые жизни, есть ли они. И не просто про прошлые жизни, да, а я вам расскажу, какие гормоны и какие доли мозга отвечают за то, чтобы нам можно было видеть себя в других проявлениях прямо сразу же здесь. Это наше тело, это не философия философская, это не какие-то там разглагольствования, это все наше тело, которое мы можем делать. И когда мне люди говорят, там, вот я бедный, я был в той жизни богатый. Ты сейчас богатый в другом проявлении. Возьми, открой эту долю мозга свою и возьми оттуда этот опыт. Либо если наоборот, ты в этой жизни, например, богатый, а вот я в этой богатой, я помню в ту жизнь, что я был бедный. Ты сейчас там проживаешь. Такой, ты можешь и сейчас там вспомниться. Ну, как вспомниться, наверное, это грубое слово, не вспомниться, а увидеть. То есть это все. И самый кайф, ребят, когда вы все вот эти вот свои проявления, которые есть, которые вы проживаете единомоментно, осознаете вы или нет, когда вы их собираете в единого себя. И когда вы собираете это все в единого себя, вы становитесь тотально цельным, тогда для вас нет каких-либо преград. Они ни физиологически, ни психологически быть не могут. Но вам не захочется что-то, каких-то излишеств. Вам не захочется делать кому-то больно или еще что-то, потому что, осознаваясь, ты не можешь сделать больно тому, что, кого ты создал в своем мире. Вот. Вот в закрытом клубе поговорим, но и, наверное,
марафоне тоже деньги это просто, мы, наверное, тоже туда углубимся. Как нам собирать себя, чтобы быть цельным в том моменте, где мы тотально осознаемся. Вот, потому что одна из жизней, так скажем, одна из плотностей все время превалирует. И нам нужно подтянуть те, почему мы здесь. Вот, тебе кажется, что здесь, например, ты больше бываешь, а в тех жизнях как будто бы и не бываешь. Поверь, ты в тех жизнях точно так же думаешь, что ты в той жизни вот так-то. Тебе просто нужно себя собрать. И, наверное, один из того, чтобы вы вообще понимали, как наш организм работает, что у нас вообще внутренние органы, мышцы, как это работает, чтобы... Был марафон рождения аватара, и там я тоже приоткрыла вот это. Ребят, все марафоны вы можете купить в записи, они стоят совсем недорого, сделали просто чтобы они были доступны для всех, для каждого. И можете его в записи просмотреть, проделать те упражнения, которые мы делали. Это про раскрытие вас. Потому что вы даже не представляете, когда встречаетесь с людьми, которые цельны, которые видят себя, которые единомоментно проживают, например, в 3-7 плотностях. Это очень красивые и интересные личности, давайте так назовем. И вы каждый из них такой. Вы каждый из них такой. Просто мозг очень сильно начинает говорить, нет, это что-то какой-то бред, мы это не поймем, нам это вообще недоступно, это не для нас, мы вот столько книг прочитали про просветление, про еще что-то, это вообще не про нас. Я когда с ребятами встречаюсь, они мне все говорят, что у них у всех были моменты вот этого просветления, когда мы начинаем говорить. И когда ты им показываешь, почему ты думаешь, что ты не в этом состоянии, тогда мозг просто начинает, он ломаться начинает, когда они понимают, что они и есть в состоянии просветления уже. Именно поэтому в Новый год мы сделали вот эту вот сценку. И ребята, которые именно играли в этой сценке, девчонки, проигрывали, они потом с такими слезами мне говорят, боже мой, я же это все слышала, все. Но когда я стала вот это вот проигрывать, я говорю, вот это, говорит, вот эти все моменты, они просто как на ладони. Как всегда, Слава, даешь глубину погружения. Благодарю. Благодарю, ребятки. Вот. Поэтому всех обнимаю. И до послезавтра. Пишите вопросы, ребят. Если будет много вопросов по какой-то теме, то я ее с удовольствием раскрою, если ее можно будет открыть в прямых эфирах.